привет, доброе утро. Сидит бедный родственник. Сейчас пойдем с ним гулять. На пляж, наверное, съездим. Чуть мне так спать охота. Хотя время 11. Вообще. Встала я, наверное, не с той ноги. Я сегодня позавтракала, у меня тут такой бардак на кухне. Сделала вот такие себе как бы оладушки, что ли. Это мука. Мука. Господи, да как же початок. Кукурузная мука. Она когда разбухает, становится как каша. Они вообще были жидкими. Вот. А стала, видите, как каша. Здесь кефир. И мне нравится, когда она постоит вот так вот. И потом становится как бы кислое. Такой вот. Оладушки будут у меня. Были блинчики, стали оладушки. Так что вот так. Соседи у нас вчера барбекю жарили на балконе. Ну, наверху на террасе. Но весь дым почему-то шел к нам в комнату. Странно. Вот. Такие у нас планы. А после обеда мы кое-куда собираемся. Ну, об этом вы узнаете через несколько минут. Как все-таки меняется лето и зима. То, Колюк, вот смотрите, свинарник молодежь какая наводит. И так вот на каждой лесенке, на каждой скамеечке. И вот тот парк, который, он в принципе детский, там тоже такой свинарник, везде это бутылки. Молодежь собираются, чтобы деньги не тратить на дискотеки. Хотя, в принципе, ну да, есть дискотеки-то. Они вот так вот садятся и хрюндюют поросятки. Вот свиньи. Убирай за ними, потом ходи. И это еще чисто. Там в том парке, там вообще такой свинарник был. Ужас. Жарко, жарко. Я к тому, что людей столько прям на пляже. Страсть, все идут. Ну, естественно, уже к августу подходит время. Хочется всем на море позагорать. Я не особо люблю по воскресеньям ездить на море, но сегодня решили с девчонками встретиться, которые могут. Половина в Россию уехала, половина еще какие-то у них дела. В общем, кто сможет, тот приедет. Соберемся сегодня. Ну, мы после обеда. Мы обедать будем дома. Вот, смотрите, какой свинарник. Ужас. Пообедаем дома. Может быть, сестрам позвоним. Они сейчас приедут с нами. По пиву попьем. Ну, пиво. Это так, к слову сказать. И потом уже к четырем поеду на пляж. Туда, в деревушку, где я работаю. Но она тут в 9 километрах от нашего дома. Смотрите, а. Ну, это свинарник еще тот. Ужас. Кока-кола целая, кстати, почти. Кошмар. Воскресный день, как всегда, начинается с пива и дабы. Приятного аппетита! Это маленькие кальмарчики. У меня здесь безалкогольное пиво с газировкой. Муж там пиво поставляет. У него обычное. Он ждет мигу. Это такая жареная манка. Хочет смешать ее с этой. В общем, сейчас покажу, что это. А там под ней капуста. С уксусом и солью. Вот видите, это жареная манка такая, с чесноком там вкусным, мисо тоже с такой же рыбкой. Thank you.
очень много народу, очень сложно ехать. Смотрите, сколько здесь песка. Не знаю, где мои девчонки. Приехали они, еще не приехали. Сейчас посмотрим. Здесь, это наше место, раньше дача была. Мы, семьи моего мужа. Знаете, где? Вот здесь. Была такой, как постройка. Все было суперски. А сейчас там знакомая моя. Не знаю, где девчонки. Сейчас буду звонить им. Вот жду, меня за привычка приезжать всегда первая. Просто я всегда очень пунктуальна. Ну, сказано в 4. Ну, почему не выехать из дома вовремя и приехать все ровно в 4? Дело в том, что я сейчас пойду размещусь, они приедут, скажут, нам здесь не нравится, пойдем в другое место. Мне всем надо манатки опять собирать и переходить. Блин, еще и телефон не берут. Ну, это вообще пипец какой-то. Ненавижу ждать. Очень не люблю ждать. Нет, даже не так сказано. Не люблю ждать, когда назначено в одно время, и никого нету, и человек не приходит в назначенное время. Вот тогда я не люблю ждать. Если, допустим, назначен в 4, я пришла без 15-4, то эти 15 минут я буду ждать спокойно, потому что это моя вина, я сама вышла. Но когда люди не приезжают вовремя, меня вот это вот бесит. Люди, вы же любите тоже, чтобы к вам вовремя приходило. Ну, приходите вы тоже вовремя, наверное, да, а то, знаете, сейчас будет отговорка у многих там, ой, дети, там 5 детей, 8 мужей, 16 там человек родни. Блин, ну не в 7 же утра мы встречаемся. Или в 12 ночи, я не понимаю. Ой, тогда назначать другое время, которое вам удобнее. Но приходить надо вовремя, я так считаю. Потому что, мне кажется, никому не нравится стоять вот так, как дурак, и ждать. Непонятно чего. Народу очень много. Во-первых, мне это место как бы уже не нравится. Когда у нас здесь дача была, все это было наше. Здесь я парковать было свободно, как два пальца, как говорится. Вот даже еще эта постройка осталась. А сейчас мне это место... Здесь песок, отсюда хрен выйдешь, как и в дюнах. Стоишь, газуешь, брым-брым. Во-вторых, сюда ехать. Вы видели, какая дорога сюда? Ехать ужасно. И в-третьих, стою и жду. Вот прикол будет, если они еще скажут, ой, а мы не приехали, или еще что-то, то тогда вообще будет чума. Ладно, будем дальше ждать. А что остается делать-то? Ничего не остается делать. И все, причем мои подруги все прекрасно знают, что я очень не люблю ждать, и что я очень пунктуальный человек. Но никто никогда вовремя не приезжает, я не знаю. Наверное, вырождаются уже такие люди. Буду под пальмой загорать. Ой, не люблю я воскресенье, вот такой вот понедельник, когда никого нету. Ну как никого, относительно никого. Никто тебе не мешает. Сходил на пляж, сколько времени позагорал. Поэтому я тоже всегда хожу везде одна. Никому ничего не должен, никого не ждешь, никто ни тебя не ждет. Зашибись. Буду звонить еще раз, попробую. Вообще тьма. Караваны вот эти понаехали. Ужас. Таня тут конкретно, короче, приготовилась. Это после еды. Посмотрите ведро. Я вообще приехала сюда с целым батальоном. Во! Смотрите. Все разграничено. Чем? Рассказывай. С яйцем, с луком, с капиздочкой и сосиски в тесте. Капиздочка, вот это капуста. С этим, с рисом, с мясом. Пипец, передали? Теплый. Они там вино херашут. Кетчупа с Макдональдса наворовала. Нет, мне дали. Ага. Я чё... все честно привезла. Даже попкорн привезла. Мы тут семечки русские щелкаем. Гуля принесла, привезла. Ну давайте. Булька, Марь, а я с лимонадом. Я за рулем. Давай. Булька вообще тоже за рулем. Море два раза. Ну дай мне тоже стаканчик, я тоже хочу протрезветь. Чуть-чуть протрезветь. Еще рано. Семечки выложим, пускай не пропадают. Можно потом налить? Ну да, а что мне пустой там? А будет сок твой? Ну не будет, у меня есть аргазин. Ну а что, я на Гульку посмотрела, она тоже вроде за рулем, а... Да ладно, сейчас без рекламы. А зачем ты ее вот так это... Чтобы оно типа не согрелось. А-а-а, я думала, чтобы не... Хватит, хватит. Хорошо. Это очень вкусно, как газировочка. Потеплее вода была, да? Угу. Ой, вкусная. А то пока Танька приедет, мы уже... О, мы уже уедем. Ну, давай. За нас и за спецназ. Собрались. Да. А я с мамой уже, мы уже знакомились. Да?
еще Алис. По-моему, мы виделись на этом, Таня. Да виделись мы уже с мамой. Женихи даже, жених-жены. Там люди ходят без титик, вернее, с титиками. С титиками, но без люфчиков. Без люфчиков. С титиками. Вдруг хорошо. Ну, ничего страшного. Ну да. Мы же ничего такого плохого не говорим. У нас еще Таня должна приехать. Я один раз в магазине в пристильке на Сан-Хуа одна русская кружка. Тыщ, а я иду, думаю, распанка. Я говорю, Каролин, достань ей, что она там хочет. Сейчас, блин, холодильник весь разбомбашу. Я не разбомбашу тебе холодильник. Я ищу, что мне надо, и поставлю сюда место. Попала. Круто ты попала. Я говорю, ну тогда побыстрее, говорю, нельзя холодильник прыгать. Арсюша! Скажи, что бы ракетки не мочили в воде. Почему? Они разбухают. А Каролин взяла свои? Ну и там припёр. Кучу. Кучу мелочи. Там наши для воды. Да? Да. Достаньте черешню. Кстати, он там. Вкусно мытый. Мы еще не выпили. Сейчас попьем, чтобы на десерт переходить. Интересно, это не десерт. А я еще чай привезла. Ну, ну тебе чай. Мы еще не выпили, чтобы к чаю пить. Вот. Поэтому да. Все. Да, она не хочет. Мы делили. Она не хочет. Этот арбуз. У нас привезли там пирожки горячие. Продают. И арбуз режем. Там где-то большой. Дай, передай другому. Передай другому. А то останусь без арбуза. Сладкий. Сейчас, короче, умоюсь арбузом и пойду купаться в этот. А ты будешь купаться? Я ей говорила, сосиска, я его допью. Пришел пол второго, говорит, ну поел, хочу, говорит, немножко прилечь. Сиеста, да? Посмотрите, да, какой у Таньки чай. Пол шестого вставать. Тоже, что ли, можешь чай попить? Конечно. А где стаканы вы взяли? Ой, я сейчас допью это. Да. Крепко, я и буду не крепко. Ой, а он у тебя черный крепкий, я потом хрену сну. А сколько времени вообще? А вот твой стакан, Таня. Время узнала. Да, ого, время уже пол восьмого. Не, чай я уже не буду. Таня, зонтик не отпустишь. Да. Ищу такая чебанка. Чак-чак, ну-ка дайте посмотреть, чак-чак. Из Руси? Нет. Откуда? Из Руси. А откуда вам? С Кадиса. В смысле с Кадиса? А что спрашиваете ерунду? А что, давай я тебе чай разбавлю это. А ну-ка еще. Водичкой. С Кадиса. Где у тебя мочи? Вкусный. Не, не надо. Оно, Герман, чай будете? Антоник, с медом что ли? Да. А ин таса рока? Что я? Уна таса рока ин больше до меркадона. Нет, это привезла за это. Вкусный. Была. А, точно, она же была там. Там. У меня, кстати, там что-то конфетка. Уже пол восьмого, офигеть. Давай. Господи, что какие медлительные. Да ты что? Вот я тут тоже в 4 приехала и думаю, что же вы такие медлительные. Слышь ты, и нету никого. Евру слова не давали. Блин, у меня даже камера на тебя не фокусируется. Ну какая я красотуля. Ты что, даже тебя камера не хочет видеть? Мой чай не смотрит. Я не переживаю. Горячий. А ну, горячий, да чай? Чай горячий? Горячий. Слушай, ну блин, тоже что ли хочу чай. Сильно горячий. Но, во, у меня вот тут лимон был. Давай мне вот сюда. Давай, насыпь нам на рану. А то у нас рожь довольная. Никак не открывается. Не бойся, пекинита. Не открывается. Ну, ладно. Барю опять кашу для собак. Кстати, я уже дома, вышла из душа. Первое, что я сделала, это душ. Кремом не намазалась, потому что после того, как я вышла из душа, я опять вся запотела. Тем более, помыла посуду гора. Несмотря на то, что мы сегодня не ели дома, у меня посуды гора. Чашек, ложек, вообще пипец. Вы, наверное, заметили, что все сегодня пироги ели Танькины, вкусняцкие. Там у нее были, значит, она нам рассказывала. Но вы не думайте, что я осталась без пирога. То есть я на пляже пироги не ела. Но я с собой взяла на завтрак. Она все, мужу наклади, но я ему наложила. Ну и себе, естественно, на завтрак. Так что, Танечка, мне спасибо тебе большое за твои пироги. Добрая душа. Она у нас тряпает, семья у нее большая, поэтому есть кому тряпать. Ну и я на хвост присела.
Я к ней все напрашиваюсь в гости. У нее она курочек купила, представляете? Будут свои яички. Но что-то там у нее еще не достроено. Ну да ладно, я все равно к ней напрошусь в гости. Когда-никогда, но я к ней попаду. Буду кашу собакам варить сейчас. У меня, знаете, что-то голова разболелась после пляжа. Ну, такое, наверное, бывает. Хотя и на солнце сильно не была. Не знаю. И прям это... Вроде бы и не загорела, не знаю. Ди, моя радость. Ди, мое счастье. На тебе сердечко. Сердечко мое. Вот такое маленькое. На, моя любовь. Ой. Да. Каша сварена. Я ее сейчас пожиже сделала. Потому что она потом напарится. И говорят, собаки давятся. Если слишком... Ну... Такая каша. Ну, не знаю, мне кажется, они давятся не от того, что каша какая-то там слишком, а от того, что вкуснятина такая им наварила. Как вы считаете? Мне кажется, из-за того, что это вкуснятина. Пишите свои комментарии, как вы думаете, что вы думаете по поводу нашего отдыха, встречи с девчонками. И вообще пишите. И подписывайтесь. И встретимся с вами завтра. Завтра куда-нибудь пойду, естественно, по магазинам. По понедельникам я люблю по магазинам шастать. По каким? Не знаю. Завтра и увидим. Всего вам самого наилучшего. И всем пока-пока. Скучал.